Всем привет, с вами Прия. Относительно недавно на BlizzCon было анонсировано новое дополнение для нашей любимой игры World of Warcraft Battle for Azeroth. Итак, ждет большое количество изменений, но есть одно интересное изменение, которое уже будет реализовано в обновлении 7.3.5. Кстати, касательно даты выхода 7.3.5, почему-то ничего не сказали, а очень жаль, если честно. Хотелось бы пару слов об этом узнать, но примерно информация то, что 2-4 недели. Посмотрим. Итак, прокачка будет чуточку изменена. Не в плане получения левела, не в плане усложнения или какого-то облегчения. Хотя, возможно, это и можно посчитать за облегчением. Суть-то в том, то, что многие локации будут изменены. Насколько я правильно помню, качаясь в Запределье, вы можете там находиться с 58 до 68 или даже 70 уровня. И это будет относительно полезно, и вы весьма неплохой опыт при этом получите для своего персонажа в плане цифр. А Нордскол, по-моему, доступен с 68-го, ну и до 80-го, в принципе, логично. А теперь же можно пойти, допустим, во всеми любимый Нордскол, начиная с 60-го уровня, и абсолютно всякие подземелья и награды, они будут калиброваться под уровень персонажа. Весьма интересно, на самом деле, очень хочется посмотреть на то, как это будет реализовано. У меня как раз есть шаман 82-го левела, которого я все думаю, прокачать или не прокачать. А вот, наверное, прокачаю его таким способом, если все будет реализовано относительно классно. Либо попрошу несколько мыслей у людей, которые качают в текущий момент персонажа с 60 до 80, ну, в тот момент, когда выйдут абсолютно все эти изменения. Посмотрим, на самом деле весьма интересно, весьма неплохое изменение для людей, как только начавших играть в эту игру, так и для людей, которые уже прокачали не один десяток персонажей, не одну сотню, может быть, даже. Возможно, есть такие. Если есть такие, пожалуйста, плюс в чат. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не болейте, берегите ноги. До скорого.